Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Илья Мездрохин. Я представляю компанию Smart Bar Group. Я там занимаюсь электронной коммерцией. Вот пришел на Retail Week послушать новинки, узнать что-то новое для нас взять. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания, чем вы можете порадовать участников нашей выставки? Наша компания занимается производством различной продукции, такой как протеиновые батончики, батончики мюсли. У меня вот даже есть при себе некоторые из них. Можем чуть подольше подержать, чтобы... Да, можем посмотреть. Увидел для себя здесь некоторые тренды, вот к которым как раз подходим. Многие лекторы, они говорили про развитие ЗОЖ, про то, что есть движение в этом направлении, ответственное потребление. И вот, да, приятно осознавать, что мы вот тоже идем в эту сторону, батончики для здорового питания. То есть поймали вот такую струю хорошую. Абсолютный тренд последних лет – это ЗОЖ, спорт, абсолютно. И перекус, какой-то снэк, он явно является must-have-ным продуктом, который будет точно на плаву. Скажите, пожалуйста, сколько у вас вкусов, какая линейка именно на мюсли, например, или на протеиновые батончики? У нас довольно широкий ассортимент батончиков, их порядка 30, то есть где-то 5 это протеиновые, из которых 2 это высокопротеиновые, то есть спортсменам будет понятно, что я говорю, больше 40% чистого протеина. Также есть батончики для веганов, есть батончики для вечно худеющих из серии Slim и такие более десертные батончики, то есть на любой вкус. То есть это всегда там лучше, чем съесть какую-нибудь там булку или чипсы, всегда держать там в машине или в сумке, или вот в школу там ребенку дать. По-моему, самая тема. Пользуясь служебным положением, с удовольствием хочу сказать, что вы являетесь соседями с нашим пресс-центром, и с большим удовольствием уже третий день нет-нет да заходим к вам, и хочу сказать, что вкусно неимоверно. Абрикосовый мой просто фаворит. Спасибо большое. Очень классный продукт. Вкусный, а главное полезный. Спасибо вам за вашу работу. И я надеюсь, что наши ритейлеры, которые в огромном количестве на нашей выставке, тоже его оценят. Да, вам большое спасибо. Обязательно подходите к нашему стенду. И учтите, у нас есть не только наши батончики, но мы также делаем батончики по STM для различных сетей. Может быть, вашему магазину или бренду это тоже будет интересно. Всем спасибо.